Приветствую вас на канале Asmodee Play. Наконец-то я настроил камеру. Да, надеюсь, мое качество улучшится. Все-таки вам не на меня смотреть. Мы продолжаем играть Готика 2 Ночь Ворона. Версия 1.0. Самая, ну как на мой взгляд, самая лучшая, без патчей, потому что там нету всякой этой мудотни. Итак, давайте, я тут сходил, поохотился, пока еще ночь не настала. Добежал до каменного, это, до круга солнца, каменного круга. Вот, за арбалетом. Так, посмотрим по карте, где это я. Вот здесь. Я бежал, пальцем показываю, вы все равно не увидите, где пальцем тычу. Вот. Пробежал. И вот он. Арбалет Драгомира, где был. Так, что у нас по времени? По времени у нас скоро ночь. Давайте, раз скоро ночь. Блин, а как отсюда выходить? А тут где-то лестница была. Я сюда так и попал. Что ты? Да тихо ты! Блин. Это меня, кстати, так варги похорошо. Из этого не выйдет ничего хорошего. Покоцали. Падлы. Так что варги и орки для меня пока еще опасны. Не такие уж они безобидные. Это тут лечебная травка. Где ступени? Вот они. Все, теперь надо так сохраниться. И надо до дома успевать. Пока не сдох. Потому что я собираюсь к ночи все-таки прибыть к дому. Так. И мне надо в ратушу зайти. Все-таки эти кровавые миски, чаши или кто, кубки. Закончить ее. Так, а я шел. Так. Здесь кольцо, я уже вызывал его. Перебил, пока охотился. И вот так вот по краешку я шел. А кто играет в патчи, в моды и остальное? Стой. Болт. Ну, тут какое-то побоище. Так. Кто играет в патчи, моды и тому подобное? Вот здесь вот впереди, вот здесь на опушке, бывает дом, в котором живет лесник. И бывает такое, что этот лесник очень нужен. Вот здесь вот стоит избушка. Все, можете у него переночевать. Так, а где-то еще замок есть. Это тоже возможно в патчах или модах. Не помню, есть ли оно в Готике 2 Ночь Ворона простая, в которой я играю. Но есть замок, в котором находится черный тролль. Вот вниз куда-то спуск есть. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Вниз спуск есть. Потому что там... Кто он там? Черный... А кто он был-то? Каменный голем. Вот, там только там теневой голем. Хотя я могу и ошибаться. Тут, смотрите, какие-то... катакомбы, там вот какой-то мини-пляж, может, там кто-то есть. Смотрите, пещера. Так, ладно, мы сохранились, давайте посмотрим, куда нас тропинка сюда приведет. Если никуда, то мы прыгаем туда, в пещеру, и будем смотреть, что там есть. Да. И... ого! Так. Так, сначала у нас что? Сначала у нас пляж идет. Вот этот. Что здесь у нас? А у нас на пляжу ничего нету. Теперь вот эта пещера. Или это не пещера даже? Это даже не пещера. Ну, хотя очень похоже, смотрите. Очень. Ладно. Сейчас сюда за поворот глянем. Если нет, то... обратно будем воскрешаться. Нет, смотрите-ка, ничего нету.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Тут ничего. Вот здесь, наверное, замок-то этот и стоит, это голем от теневого. Ладно. Загружаемся. Ай, татошеньки-то там. Бывает. Давайте. Пойдем поверху. Здесь я, по крайней мере, расчистил все. Туда я не пойду, там орки и варги еще могут остаться. А жизни у меня осталось очень мало. Так, эту Инос я помолился уже. Все. Так, теперь где-то, если я возьму вино у Вина, то вон там вот. Где-то там, наверное. Все это дело. Так, это все там уже я в свободе. К замку уже выхожу. Так, не забывайте про патчи. Кому надо, там вот раненый орк. Можете его добить. Можете ему лекарство принести. Вот. Также там находится один из охотников. Вот, который может вас чему-нибудь научить. Мне надо сейчас, надо что? Мне надо круги огня. Ой, огня, круги магии выучить. Хочу более к некроманту протянуть перс. Так, потому что магия-то меня более прикалывает. Так, мы туда сходили. А, закупка огня. Во. Блин, единственное, что тут особое зелье варить тоже. На каждое надо умение, на каждое надо навык. Эй! Давай-ка, вылечи меня. Это самое главное. Ты мой ада. Так, я готов уступить. Так, расскажи про кольцо. Я хочу сделать, пожертвовать. Так. Что-то я много жертвую им. Пабло. Обокрасть, конечно. Рано или поздно. А, точно, мне же тут еще башенку, я помню, это ключ же добыть-то добыл. Обворовать не мог. Так, ладно, идем за последним кубком. Завершим все такую вот миссию гребаную. Это у нас кто? Вот это, кстати, в патчах, будьте осторожней. Правда? Потому что он козлина. Много я видел таких людей. Мне стоит поговорить с губернатором об усилении. Ему нельзя доверять. Понятно. Так, здесь пока никого нету. Вот сюда. Сюда. Я искал в сундуке, но я вспомнил. Вспомнил. Я же его не в сундуке надо искать-то. Так, сохраним. Только не знаю, но здесь ночью как надо делать или как. И. Эй, ты, что тебе здесь нужно? Блин. Я читаю, я в библиотеке. Надо ждать, когда он уснет. Вот он. Был кровавый кубок. Остальное я пока отсюда ничего не беру. Спокойненько уходим. Так, есть такая приколюха. Я где-то там кнопку нажал, где-то что-то открылось. Это где рыцари спят, если помните. Вспоминал. Ничего такого не нашел. Что могло бы быть. Он в том здании. Что где что-то открылось. Может, сундук вылез. Ну, об этом история умалчивает. Итак, завершаем миссию мы кровавые кубки. Стой. Я видела их. Рабочий. Нет, все. Отнесем. Я, кстати, все-таки сплавал на остров, сундук, который это не мог открыть. Мне дала ключ Хильда. Ну,
Кто там? Заведует гостиницей. Вот сейчас я покуда буду проходить. Я ей больше ничего не скажу. Не говори, что ты не знал этого. Если он этого не видит, так. Я мой ничем муж не могу помочь. Идем в гостиницу. Не говори, что ты не знал этого. Если он этого не это все сплетни. Ты действительно веришь в это? Так, не пока вы все здесь. Абсолютно очевидно. Ну давай, открывай. Пойдем. Даже не помню, они мне вообще пригодятся, нет в дальнейшем-то. Эй! Ну давай, Кассия. Насчет кровавых кубков. У меня есть все шесть. Отличная работа. А я тем временем под... Ты можешь получить свою награду. Спасибо, что сделал для меня. Мне больше нечего тебе предложить. Но ты можешь учиться у меня, когда захочешь. Ну и всегда. Я видела их. Я больше не хочу слышать об этом. Это не удивительно. Действительно правда. Давайте сохраним и попробуем кошелек украсть у нее. Эй! Нет ничего нового. Это не удивительно. Так. Мне удалось открыть сундук. Это невозможно. Похоже, у нас появился новый мастер-медвежатник. Поздравляю. Да ладно. Что-то не искренне ты как-то меня поздравляешь. Так, 170. Вот, блин, это вот... Зачем статуи Беляра нужны? В некоторых патчах они нужны хотя бы для того, чтобы что-то прокачивать, это коготь или что там. А здесь я даже не знаю, для чего он нужен. Так, можно их сдать, по идее. Ну тогда... Нет, ладно. Давайте посмотрим так. Сказал тебе это. Горожанин. Эй! Я бы сделал это по-другому, что ты не знал этого. Мне ну как... Он почти не... Слушайте, жители Хариниса. Как он? По прямому указанию достопочтимого лорда Хагена сегодня вступает... Так, вот опьянцы мы ключ забрали. Учитывая общую ситуацию... Точно. У меня нет времени на это. Первый раз слышу об этом. Давайте вот эту башенку откроем. И поковыряемся в ней. Так. Так. Блин. Ладно. Сделаем по-другому. Сделаем по-другому, мы потихонечку туда прокрадемся, посмотрим, и дверь закроем. Вот так. С этой стороны нету ничего такого. Так. И... Ой, ну не особо-то прям, чтобы это стоило тут заморачиваться. Но, тем не менее, ладно. Ну, вставай. Кто ты прибежал? Ополченец. Ладно. Опа. Опа. А, кстати, по поводу книжки. По поводу книжки, которую взяли мы... У кого там, Лемар или кто он там, который дает деньги в долг? Он думает, это так просто. Вот. Можно отнести сначала вот Торбану. Торбан это, нет? Торбану. А потом, если вы владеете воровством, может на ее выкрасть, отнести или купить у него опять же. Отнести в трактир, вот который прямо так же смотрю. Он за стенкой находится. Там тоже так же украсть. И потом можете туда вот Хильде этой... которая даст вам ключ
от сундука, который находится на острове, куда мы плавали в прошлых видео. Что? Котофей. Здесь мне нужен ключ. Здесь мне нужен ключ. Так, ну я ключ же какой-то украл у кого-то. Блин, у кого этот ключ-то? Так. Джо. Хакон, торговец из Хариниса, говорит, что человек по имени Джо бесследно исчез. Хакон утверждает, что Джо знает, как проникнуть в одну из башен города, где ополчение хранит оружие. А у кого ключ? Блин, я думал, сейчас завершу эту миссию по-быстрому и... Ладно. Что мы делаем? Мы идем... Так, вот здесь... Книга Лемара и первая кровавая чаша, кстати, была. Вот что я вспомнил. Так может продолжаться. У меня и так хватает проблем. Так. Эй! Ларес. Это абсолютно очевидно. Чем именно ты занимаешься в порту? Я делаю то, что делаем мы все. Выполняю задания, которые дали мне маги воды. Некоторые из пропавших людей были рыбаками. Они пропали вместе со своими лодками, поэтому я нахожусь здесь. Но ты можешь мне помочь. Я дам тебе свое аквамариновое кольцо. Оно показывает, если ты будешь носить мое кольцо, то членом братства будь... Найди кого-нибудь, кто сменит меня, чтобы я смог отнести орнамент. На рынке постоянно дежурит кто-нибудь из наших. Но я не знаю, чья сейчас смена. Тебе лучше поговорить со всеми, кто там стоит. Скажи ему, что мне нужен кто-то, кто сменит меня в порту. Насчет... Я знаю, что... Действительно? Их похитил бывший рудный барон. Ты уверен? В таком случае... Я над этим работаю. Так. Очень хорошо. То я знаю, где... Это... расскажи мне о кольце воды. Ты уже знаешь, это все слух. Так, теперь... Хорошо, пошли. А что мне нужна твоя помощь? Зачем? Мне... Что именно... Так может продолжаться вечность. Как на... Броню продает Матео. Но ты можешь получить доспехи бесплатно. Если, конечно, ты не против того, чтобы немного... Что ты имеешь в виду? Рядом с домом Матео есть небольшой открытый склад. Но все находящиеся там товары были конфискованы ополчением. Отправляйся на рынок и купи у Зуриса заклинание сна. Оно позволит тебе... А, ну это я уже и так... Матео... Так. Я знал, что... Хорошо. Куда? Тебе должно быть жаль. Давай вернем орнамент в... Пошли. Иди за... Так. Ты уже знаешь, давай. Нет, ничего нового. Проводи меня. Так, как ты сказал. Дорога будет немножко долгой. Ну давай. Идем. Все уже спать ложатся. И почему это меня не удивляет? Так, я чуть быстрее тебя, да, бегу? У меня и так хватает это проблем. Секрет. Потом надо будет днем сюда вернуться, чтобы кто-то кого-то там сменил. А, тебя сменили. Блин, забыл уже. Так. Башенку мы обнесли. У кого ключ-то может быть? Ладно, потом вспомним. У Пабло ключ забрал. Ну, может быть, от той башни. Так, Ларес. А может быть, от сундучка где-то сундучок лежит. Так что, не факт. Вниз, вот, которая справа, там, кстати, это чуть-чуть зверя и варги. Куда вам еще пока рано лететь? Даже я туда побаиваюсь. Я там вроде мелочь-то всю перебил. Вон туда, оп-оп-оп, вниз, если спуститься. Так что... Теперь, когда мы покинули город, и нас не могут подслушать, я хочу тебе кое-что рассказать. Рассказывай. Орнамент, который ты мне отдал, нужно отнести Сатурасу. Ты же помнишь Сатураса, не так ли? Конечно. Сатурас? Кто это такой? Он был главным у магов воды. Мы с Ли тогда заключили с магами воды союз. Мы, ребята из бывшего нового лагеря, сохранили хорошие отношения с магами воды.
Даже Ли готов защищать магов воды, а чтобы поддерживать связь с магами, я практически постоянно нахожусь в городе, а такие доспехи выдают маги воды каждому из нас. Члены общества Кольца Воды носили такую броню еще до войны с орками. А как ко всему этому относится Кавалорн? Насколько я знаю, в новом лагере он ничем таким не занимался. Ты прав. Но наше сообщество растет. И даже я не знаю, сколько... Но нам нужно идти. Сколько членов? Когда мы отойдем подальше от города, мы сможем поговорить еще. Так, двигаемся дальше. Держись ко мне поближе. Ну-ка, стой. Ты мне дал, нет? Броню-то. Так, кольцо, так, амулет силы. Кольцо астральной силы, прибавка к мане. Кольцо защиты от пламени. Кольцо силы духа. О, кольцо одену. Так, и что у меня с одеждой? Ты мне дал? Доспехи среднего наемника. Нет. Пойдем. Блин, выложил это платье. На, пиратам отдам. Будет такая миссия. Ну, если я не ошибаюсь, конечно. Могу и ошибаться. Ну, по крайней мере, запас карман не тянет. Тем более, ячейки-то бесконечные. Не напрягает. И, да, кстати, Готика 2, независимо от того, какая она, на винде 10 она не запустится, пока не сделаны некоторые условия. Допустим, сделать разрешение в настройке. Как это? Свойства от имени администратора запустить, сделать совместимость. Там, ну, предположим, семерка, если это не помогает. В чем дело? Почему ты задерживаешься? Почему? Двигаемся. Держись ко мне. Мы идем, идем. Задерживаемся. Вообще-то вместе бежим-то. Не беспокойся. Мы сейчас до туда дойдем, да я потом обратно пойду. Так, здесь-то я уже подшаманил немного. Ну как немножко, прям чуть-чуть. Вот до сюда буквально. Все, дальше-то я не лез. Этому первооткрывателю, да? Смотрите, природа-то какая. Ой, блин, а тут головой-то не покрутить. Покрутишь, и он сразу поворачивает. Поэтому только вперед. Опа! Я рядом с тобой. Видал, какие кульбиты делаю? Так, а здесь жуков я тоже убивал вроде бы. Ладно. Опа. Пойдем, пойдем. Не отвлекай меня. Двигаемся дальше. Держись ко мне. Прекрати болтать. Блин. Тебе повезло, что я тебя сопровождаю. Пойдем, пойдем. Да вот, подожди. Из этого не выйдет ничего хорошего. Потом приду. На. На. Вот так. Так. И здесь. Все. Кстати. Так. Минутку, подождите. Сейчас кто-то люлей получать будет, да? Нет. Ну все, тогда тихо. Так. Еще одна тварь. Ой. Кратокрыс.
Да, тварь-то еще та. Маги воды полностью погружены в работу. Они уже несколько недель раскапывают какие-то руины на северо-востоке. Никто не знает, что они пытаются там найти. Все началось с землетрясения. Из-под земли появились ужасные каменные создания, убивавшие каждого, кто подходил к ним ближе, чем на 30 метров. Маги воды взяли ситуацию в свои руки и уничтожили монстров. Но ты скоро сам все увидишь. Двигаемся. Держись ко мне. Так. О, блин. А, нет, смотрите-ка, вон там, значит, этот... Давай, вали их. Так. Там ничего нет. Пойдем. Местность-то, да, я уж немножко подзабыл. Идем, идем. Вон там за поворотом бывает... Голем каменный. А бывает и здесь еще стоит один. Ну ладно, сейчас на обратном пути мы будем разведывать все. Расчищать. Так. Кстати, кто не знал, где хранителя искать, вот где мы сейчас только что кротокрыса били, там вот еще один хранитель дело? Появляется. Почему ты задерживаешься? Ты давай, вали быстрее. Двигай. Держись ко мне поближе. Да, да. Так. Вот он внизу фыркает. Злобный такой монстр. С тобой покончено. Из этого не выйдет ничего хорошего. А тут вроде динозавры это в патчах стоят, они вот эти маленькие. У меня, по крайней мере, были какие-то это рапторы. Которые хрен завалили, что. Они еще толпой бросаются. Тут вот портал стоит за место того камня, если я не ошибаюсь. С тобой покончено, мерзкая тварь. Ладно, ты не про меня еще. Так. Очень хорошо. Здесь может быть опасно. Двигай. Отойди немного. Давайте сохранюсь, раз может быть немножко опасно. Он говорит так, потому что тут у нас ящеры ходят. Вот они. Нечего так. Взять. Нечего. Нечего терять. А не нечего взять. Песня так поется. Нечего терять. Мы на месте. Возьми орнамент. Маги воды должны быть где-то внизу. Отнеси орнамент им. Если внизу ты встретишь каких-нибудь диких зверей, с которыми не сможешь справиться, беги к Сатурусу. Он с ними разберется. Ну, а мне нужно возвращаться. Да, и еще одно. Не стоит бродить по округе с этим орнаментом. Сразу же отправляйся к Сатурусу. До встречи! Так, ну все, ладно. Ты меня провел. Хотя я мог и сам это сходить. Сейчас. Естественно, мы не послушники. Тут на пирамидах, кстати, если подняться, там много монет всяких разбросано, кто бедствует. Так что может зайти и взять. Я сейчас немножко тут поброжу и немножко вам объясню. Так. На. Вот здесь, патча, находится тоже портал, если я не ошибаюсь. Вот здесь вот. Который в рабочем состоянии. Теперь. Ну хрена ты меня бодать начал-то. Так. И что я хочу сказать, вот здесь вот получается той, который я играл, аддон, по-моему, если не ошибаюсь, Готика 2, Ночь ворона, аддон. Вот здесь нету
скал этих, идешь туда, там много троллей, там кто боевик мега крутой может заработать там уровни и шкур этих троллей. Так, поднимаем. И вот здесь вот тоже кто-то, помню, тоже иногда сидит. Зелье. Давайте, кстати, поспим, чтобы днем, ой, днем, утром посветлее бродить-то, не в кромешной темноте. Вот так. Всех их вместе соберем. Лечебные зелья, конечно же. Так. Мы тут все лысое оставим, всю землю. Да, человек, потому что именно такой. Он уничтожает все. Всех животных. Собирает все, что можно. Даже если это ему не надо от природы. На. На. Опа. Так, теперь там по поводу нет. Вон той дальней пещерки. Сейчас мы туда сходим. Я вам там тоже кое-что покажу. Тоже относящиеся к модам. Из этого не выйдет ничего. Потому что, хорошего. Естественно, моды накладываются один на другие. Если, предположим, здесь гоблины, потом появляются, допустим, эти каменные монстры, потом еще кто-нибудь, то в следующем добавится еще какая-нибудь хрень. Поэтому один мод накладывается на другой, и так продолжается. Значит, сейчас я даже не знаю, какой. Я последний раз играл аддон, если я не ошибаюсь. Такая муть, потому что там такие локации есть, это некоторые. Допустим, как я говорил, где замок паладинов. Локация. Не пришей рукав. Вот. Потом еще локация с хранителями, с этими. Тоже такая муторная, кого ты выберешь из хранителей. Потом, кстати, эти хранители тебя и предают. Все это немаловажно. Так, давайте зайдем сюда. Что у нас здесь? Вот эта куча, это голем, кстати. В голема собирается. Так. Ну и, как видите, он у меня не собрался, я не знаю почему, может. Может еще рано, может здесь какая-то миссия есть. И вот, вот здесь вот за стенами, слышите? Вон там или там, бывает, что проходы открываются. И... Вуаля, там еще один, видите, еще один голем. И еще один голем, которые должны собираться, по идее. Но почему-то они не собраны. Нет, видите, не собраны. Может, в дальнейшем они и соберутся. Ну ладно, идем дальше. Так, вот он. Из этого не выйдет ничего хорошего. Так. Собрал. Так. Ну, такой замочек себе. Два раза вправо, два раза влево, два раза вправо. Влево там, господи. Так, вот здесь вот тоже, кстати, проходы какие-то бывают. Так что смотрите, вот эти странные камни, кто играет в патчи. Что по миссиям потом они вам понадобятся. Пойти туда, там, допустим, 7 лордов, кого там убить надо. Так. Из этого не выйдет ничего хорошего. Из этого не выйдет ничего хорошего. Это мы куда идем? Не понимаю. Так, ладно.
Кстати, мне, может быть, тоже миссия потом выпадет этой. Что там, лордов убивать, что-то с кольца собирать или чего они там собирают. Ладно, я как понял, всех впускать, никого не выпускать. Хотя... Вау! Хотя, ну, как видите, он пока собирается, вы можете пробежать и убежать. Вон, я прям слышу, что они где-то за стеной, там эти гоблины выгребаны. Так. Вот. Идем. На. Блин. Так. Где тут? Хотя у них что подбирать-то ни хрена нету. Почему-то я со статуэткой, да, я отдал ее, кстати, кухарке, которая у меня есть статуэтка Иноса, которую маг воды там это потерял, гоблины забрали. Вот. Отдал кухарке, она все, миссия у кухарки пройдена, но когда я выкрал обратно у нее, хотел отдать, почему-то миссия не закрывается. Ну-ка. Каменные таблички, Люси, пропавшие люди, портал магии воды, кольцо Иноса, так, замена Такин, проваленный, посылка Бальтрама, наглый вор, какой-то знак, а, ну да, это, чтоб в гильдию воров не, так, выполнены, вот текущее задание, доказательство, бизнес, Фернандо, старая женщина Кавелорна. А, старая хижина, блин, женщина. Я думаю, что за женщина. пропавшая статуэтка. После Джо. Вот. И почему-то она не закрывается, миссия. Он что-то почему-то отказывается принимать. Так, это мы вскрыли. Идем далее. Куда? Ну давай, бери. Все, и тишина. Наконец-то тишина. А нахрен я ждал до этого дня тогда, скажите? Если я лазю в подземелье, где и так. Тем более, если я не ошибаюсь, я сделал видео светлым. Поэтому все видно. Засветлил, потому что готика, она, если в записи она идет темненько. Поэтому я немножко сделал осветление. И у себя в игре я, да, хлеб берем. Делаю всегда осветление. Потому что не люблю темные такие, которые, допустим, в хардкор. Вот, кто играет в хардкор, понимает, что там этот фонарик, который, блин, луч света вот этот. И по бокам, ну ни хрена ничего не видно. Меня это, так сказать, немного раздражает. Это как бы как замкнутое пространство какое-то. Хотя я ни клаустрофобией не страдаю, но тем не менее, все равно не очень приятно, когда ты не видишь и не можешь наблюдать. Вау, огненная штука. Так, ладно. Так, вот наверху-то там еще что-то находится. Кстати, Хранитель, он там находится, он где деревья наверху. Туда можно специальным порталом только попасть, который, опять же, они только выдадут. Вот. А, нет, там он находится в этой пещере, где только что я был. По-моему, так. Вот ни хрена себе меня. Там ничего нет. Ай-яй-яй-яй-яй. У меня защиты-то нету ни хрена практически. Чего вы делаете-то? Кстати, почему-то мухи меняют эти. Вот так. Так.
Все живое, не забывайте. Из этого, кстати, не живое выйдет тоже. Ничего хорошего. Из этого не выйдет убиваем. Ничего. Потому что есть такие неживые, которые, блин, я говорю, вот в самом начале игры на него можно нарваться. В пещеру заглянул. Ужаснулся. Так, ну где-то, кстати, табличка может валяться. Каменная табличка. Ну, это, по-моему, на следующей пирамиде она там лежит на ступеньке вот такой. Вот оно, видите, золото, вот эти гроши. Так что говорю, кто бедствует. Так. Да, блин. Вот так. Но мы не спешим уходить. Почему? Да нет, золото, эти гроши, я все. Оп. А, нет, не могу. Ладно, спускаемся. На. На. Так. Ничего нет у вас. Вот здесь вот обычно вот они лежат еще. Опа. Блин, это дождь. Это как-то надо код набирать. Это через Марвина, чтобы дождь убрать, да? Вот здесь вот бывает табличка. Или портал здесь. Точно не могу сейчас вспомнить. Вот это место, да. Может кого-то встретить вот здесь надо. Из этого не выйдет ничего хорошего. А может и встречу кого-нибудь. Ну ладно. Да рано мне туда еще пока. Подождите. Так, это мракорис там был. Пойдемте, мне вторую пирамиду еще надо обыскивать. На. Спокойно. Граждане. Работает МУР. Московский уголовный розыск. Ха-ха, да шучу я. Какой МУР, если я бандит? Ну, хотя, может быть, это даже и одно и то же. Вот так. Кто знает? Кто знает? Так вот разговариваешь с человечком, ты его совсем не знаешь. Потом херак. Оказывается, либо мент, либо бандит, либо балабол. А иногда все вместе. Я здесь тоже не могу залезть, ладно. Кстати, в некоторых скелеты стоят. Ну, кстати, они, может, потом встанут. Так, вот здесь вот. Тоже не то табличка, не то камень для телепортации. Туда-сюда делай и все. Так, ладно. Вот здесь вот в кустах вот что-то бывает. Каменная табличка. Так. Местность мы. Почти зачистили. Ой, тут потом динозавры-то поди окажутся-то. Я от них это в патче-то я запарился, вот там с вершины долбить. Сюда, правда, не было подъема. И они вот здесь паслись, эти динозавры эти. А здесь вроде без патча и курицы стоят. Так, а если я туда упаду, я в воду, ага, сокращу путь только. Блин. Ничего страшного. Кстати, может быть, меня там подлечат. Может, мне даже дадут эти доспехи.
Опа, стоять. Каменная табличка и Инос. Катулка. Мед. Молиться. Жертвовать. О, ловкость один. Да все. Да. Птицы. На. 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 Вот чего-чего, но вас-то я уже не боюсь. Вы и так-то засрался. Там ничего нет. Хотя в первой готике... Там ничего нет. Помню, когда я играл, да. Вы такой среднячок были. В самом начале, естественно. Когда только начинаешь свой долгий путь в первой готике. Ну, я, кстати, рекомендую. У меня вот есть первая 1.1 без всех патчей. Самый первый выпуск, который, кстати, не лагающий. Это мне подарили. Вот. И он мне очень даже полюбился. Я ее так задрачивал. Проходил за магов огня. Проходил за магов воды. За старый лагерь. За сектантов. Я, кстати, первый раз за сектантов прошел. За некромантов прошел. Какой-то нейтральный маг или что-то в этом роде проходил. Что там еще есть-то? А вот в новый лагерь, за новый лагерь я, кстати, прошел первый раз. Это вот, кстати, в этой готике, которая у меня в записи здесь. Так, время к обеду, можно двигать. Стоять, это что у нас? Каменная табличка. Ну, давайте. Ой. Там ничего нет. Он говорит, если мы не справимся, если я не справлюсь, беги к Ватросу. Можно, конечно, пробежать, но я знаю, что я справлюсь. Ну, по идее, да. Бежим к Ватросу, потому что у нас там гоблины. Они вот опасны, потому что их много, и они затыркают тебя. Так. Каменный страж. Разрублен, естественно. Бояться надо не каменного стража, а тот, кто его разрубил. Так. Из этого не выйдет ничего хорошего. Здесь ничего взять не надо. Здесь тоже ничего нету. Смотрите в углах. Там ничего нет. На. Вот они были опасны. Гоблины, вот эти склеты. Кстати, кто играет в патчах, из этих вот костей всех можно призывать также гоблина. Правда, это тоже помощь так себе. Ну, по крайней мере, отвлекет внимание. Либо вот портал откроем потом. Либо много, если вызовешь, так может еще и забьют кого-нибудь. Так, здесь вот что-то находится. Это вот в патчах что-нибудь там да есть. А мы заглянем вот сюда. Нету ничего такого. Ничего не вижу, чтобы могло нам понадобиться. Да ни хрена тут нету. Идем дальше. Так, вот сюда вот пробегаешь. И к магам воды. Так, минутку сохранимся. Мало ли где-то что-то отвечать надо будет. Вот эти вот орнаменты. А, нет. Блин, я думал, тут читать надо. Потому что он читает в основном еще. Табличка, видели? Вот она, каменная. Скрижаль вот это. Так. Мы идем. Ты спятил? Под сводами этого места слишком опасно. Но постой, разве я тебя не знаю? Не думаешь ли ты, что я забыл, как ты предал нас тогда в новом лагере? Бывает. Итак, смотрим. Это вот ролик взят из первой готики, где я меч насыщал. Он у меня рунные доспехи, или я уж не помню, у меня доспехи были, может, и из ползунов, хотя, может быть, рунные вот эти. И мне надо было меч... Голос Иноса или что он там
насытить. Или коготь Белиара. Что у него там за место был магии. И меня спалили. Это было печально. Да. Опа, показывают. Вот так вот ролики с первой части. Хоп, во второй перенесем. Так. Ты каким-то образом высосал всю магическую энергию из нашей горы руды, а потом просто исчез. Ничего страшного. Зачем только тебе это понадобилось? Так, такова жизнь без помощи накопленного. Но я не смог одолеть спящего. Такова жизнь. Что за бред ты несешь? Ты хоть имеешь представление, ты настолько сильно пошатнул базовую структуру магического естества. Скажи спасибо, что барьера больше нет. Что же ты жалуешься, старче? Все ведь сработано как надо. Следите за языком. Что во имя всех стихий тебе здесь нужно? Ну, что нужно? Я пришел сюда с Лоресом. Лорес? Правда? Я один. Лорес вернулся в город. Что? И он отправил тебя к нам одного? Ну, а что тебе? Вот то, что вам нужно. Орнамент. Во имя сути всего сущего. Что это все должно значить? Кто дал тебе это? Только не говори, что Лорес просто вручил это тебе. Ну, хватит уже, старче. Конечно. Меня просто волнует, что ты опять приложил к этому свои подлые руки. Почему ты все еще так кипятишься из-за той руды? Ведь я тогда уже работал на вас. На меня можно было положить. И к чему это нас привело? Так. Член, я так. Я желаю стать членом кольца во... Что? Как ты узнала? Он нарушил наше главное правило. Не знаю, что мне следовало бы сказать. О кольце мне сказал Ватрас. Что? Ватрас? Отлично. Из всех предупреждаю. В этот раз не делай глупость. Постараюсь. Так. Почему? Это ключ к порталу. Больше я ничего. Ну, это мы и так, так. А что ты здесь делаешь первоначально? В этих чертогах. По надписям. Скрыты древние маги. Надписи. Которые ты видишь, сделаны на совершенно неизвестном нам языке. Мы только начинаем. Ты можешь немного поучить? Чтобы ты... Нет! У меня... Еще раз пробуем. Чтобы ты... Нет! Ну и ладно. Доложи Риардиану, что я его жду. Ты найдешь его в задней части хранилища. Вот еще и на побегушках. Так. Лечить он меня не собирался. Ладно. Стой. Надо посмотреть, чтобы ничего не было. Так. Эй, ты! Чем ты занимаешься? Я изучаю культуру древнего народа. Судя по их записям, они жили здесь, в далеком прошлом. Я точно не знаю, когда именно они возвели эти залы. На другой стороне гор они построили свой город и, по-видимому, воздвигли храм Аданоса. Так, ну это хорошо, затерянный город. Затерянный город. Да. До последнего времени мы были уверены, что знаем об острове все. Мы считали, что весь северо-восток острова – один большой горный массив. Но мы ошибались. А что скрывается за тем огромным порталом вон там? За этими горами лежит долина. Так. Я бы очень хотел взглянуть на него. Но они наверняка давно рассыпались в прах. Так. Как ты думаешь, сколько лет этому зданию? Не могу сказать точно. Несколько сотен. Есть? Нет, пока. Подожди минутку. Сатурн хочет тебя видеть. Ему удалось добиться прогресса в исследованиях? Если ты хочешь узнать об этих строениях, ты найдешь его в дальней части залов. Только звук убери. В дальних частях залов. Ну давайте посмотрим в дальних частях зала.
Что у нас здесь есть? Так. Стоп. Это жвачка? Это леденцы. Бери, ешь. Только один. Много не надо тебе. А то все в рот затолкаешь. Итак, что у нас здесь? И как я это сделаю? У меня должен быть ключ от этой двери. Опа, табличка. С такого расстояния взял. Все, идите, идите. Так. Ты действительно веришь в это? Так, вот он. Что-то тут кто-то что-то делает. Нет, это услышь. Так, занят? Занят. Нам же удалось найти вход без особых сложностей. Люди так заняты своими повседневными делами, что никто не обратил. Другого объяснения у меня. Так. Что ты хочешь здесь сделать? Я пытаюсь выяснить, куда ведет этот круглый портал. И еще я помогаю Нефариусу искать потерянный орнамент. Можно сказать с уверенностью... Ну, подождите, я принес орнамент. Никогда не... Ты действительно хочешь пройти через этот портал? Да. Ну, если мы найдем потерянный... Я полагаю, это достаточно... Нам уже просто принес. Необходимо выяснить, как это может быть связано с... землетрясением. А что за землетрясение? Причиной является что-то, возможно, другой из-за стороны. Этого... Ну, это уже не моя забота. Так, ну правильно, потому что зло пробуждается на той стороне. Как ты думаешь, что там найти? Что там и найдешь? Что, как ты думаешь, ты там найдешь? Я даже не знаю. Я полагаю, что на этой стороне должно быть строение, схожее с этим. И аналог этого портала. Все остальное ну, как «Звездные врата». Только когда посмотрел фильм или сериал, вот оно самое. Как быстрее всего добраться в город? Я тебе советую пойти тем же путем, но ты также можешь... Выкладывай. Ладно. Строители этих залов передвигались своим способом. Насколько мы можем судить, они умели телепортироваться. В этом нет ничего не... Телепортационные камни, которые мы нашли в Харинисе, в самом деле весьма необычны. Кажется, что телепортационный камень в этих залах может... Но ни у кого из нас не хватило смелости. Так. Где находится? За дверью, в комнате с бассейном. Ну, это мы видели. Дай мне ключ. Правда? Но... Давай ключ. Если ты так хочешь. Так, теперь... Где остальные? Мы пока что нашли только один. Рядом с таверной... Ну, это закрыто. Вот как там этот ключ взять? Ты мог... Когда мы окажемся там, я... Ага. Ладно. А, подождите. Каменный страж разбитый. Один сюда ушел. Не прыгай на кровати. Эй, ты! Кронос, ты у нас что? Я могу тебя побеспокоить? Это ты! Не думал, что ты храбрец, если решил здесь показать. К счастью, почему для все тебя плохо обо мне думали? Я вас спрашивал, вы плохо думаете. Недель, ну, хорошо. Так что мы немного... Что ты здесь? Моя задача — выяснить как можно больше об охранниках храма. Непростая задача, скажу я тебе. Они могут стоять, совершенно не подавая признаков жизни. Я еще не определил силу, которая приводит их в движение. Но в одном у меня сомнений нет. Природа этой силы магическая. Ну, это, конечно. Многого я сказать пока не могу. Когда мы только пришли сюда... Они напали на что, я видел. Объединенными силами должен быть способ закрыть источник их силы. Ты можешь продать... Почему бы и нет? Припасы. Итак. Что мне надо? Так... Огненная стрела. Ну, давай, возьму ледяное копье. Тоже сойдет. Свет обязательно. Лечение легких ранений нет. Вызов скелета нет. Смерч. Ну, хрен с ним. И вот молния, да. Все остальное. Мензурка у меня... Ну, хрен с ним. Неизвестно еще, конечно, сколько я буду там готовить чего. Так, с тобой мы разговаривали, да? Да. Вот, кто мне нужен тоже. Эй! По-моему, ты меня будешь учить. Все в порядке. Заявиться сюда был. Чем ты? Я изучаю язык. Язык зодчих. Это ключ. Каждый из нас должен выучить этот язык. Зодчие выбивали свои тексты.
Что ты можешь знать об этих табличках? Что же можно узнать из этих табличек? На них записаны знания. Некоторые из них волшебным образом увеличивают магически. Для другие тех, кто способен их прочесть. Ты можешь? Конечно. Почему нет? Так. Ну, начнем с чего-нибудь. Как правило, тексты, написанные на языке крестьян, это основной язык города. Так, давай. Войди и опробуй свои новые знания. Научи меня. Ты уже знаком с языком крестьян. Тексты, язык написанные воинов. На языке. Научи войди. Языку воинов. Научи меня. Высокий штиль жрецов трудно, помимо прочего, с каждой из этих текстов. Пойди. Так. Научи. Больше мне нечего. Вот так. Изучил языки. Только, блин, пойди, изучи. Тут хоть таблички были там эти, какие-то, вот находишь. А у меня этих таблички, кстати, другие, конечно, но все же какие-то есть. Сейчас мы их начитаемся. Табличка, это что? Магическая аура. Жизненная сила один. Ох. Блиночки, навыков. Я вообще-то на магию себе копил. Не дай бог, я без магии останусь. Я не прощу вам это. Смотрим, что у нас здесь еще. Алхимический стол. Кровати и также алхимический круг для создания рун. Так, сохраним. Мне охота опять таблички читать. А что ты здесь делаешь? Вот это сюрприз. Я думал, ты погиб. Почти. Из-за тебя поднялся большой шум. Ничего страшного. Я принес. Правда? Это замечательно. Ты знаешь, где остальные? Если верить древним письменам, ключ был разделен на 4 части. Так. Эти части все еще находятся. С помощью Мердариона мне удалось расшифровать некоторые надписи. Они указывают на места, где были спрятаны части орнамента. Эти места я отметил вот на этой карте. Ты должен искать части ключа. Обращай именно внимание там. На древние постройки. Это может быть что угодно. Валун, круг камней, мавзолей или что-нибудь подобное. Ну, к чему эта болтовня? Ты сам все увидишь. Так, что это за портал? Что это за портал? Мы считаем, что он ведет в затерянную долину. Но пока за порталом находится лишь многометровая толща камня. Никаких следов магии. Так, это мы понимаем. Так, ты знаешь, как активировать портал? Ты знаешь? Похоже, что пропавший Арнай нужен нам. Ключ должен точно войти в кольцевидное углубление рядом с порталом. Так, для чего орнамент был разбит? Для чего? Тот, кто сделал это, не хотел, чтобы портал открылись. Чем больше я изучаю эти надписи, тем больше убеждаюсь, что жрецы этой цивилизации. У них были веские причины закрыть. Мы не знаем, да, что закрыли, нас там ждет. Закрыли, потому что зло там. Но ничем хорошим это точно не окажется. Не окажется. Как насчет пропавших предметов? Насчет пропавших. Да? Я нашел их. Отлично. Найди еще один, и они будут у нас все. Вот, возьми. Так, а я еще один. А где бы я искал-то? Так, каста воина. Карта. Давайте-ка посмотрим, где я был. А, это каменные эти штуки. Подождите, а где? Я на полях убил, а потом на ферме убил, и в лесу я должен был убить тоже. А где четвертый-то? А где четвертый-то?
Орнамент. Не совсем понимаю. Ладно, может быть. Ладно. Для начала мы просто откроем вот эту дверь. Опа. Сундук. Заберем. Что тут есть еще? Смотрим. Ничего, ладно, давайте я сохранюсь, потому что я хочу вниз ходить, пошариться. Так, это я у города оказался. Мне никогда не открыть это без правильного. Без правильного ключа, блин, грибы эти. Ну, кстати, какие-то в могилу надо копать в патчах. Копаешь могилу и что-нибудь находишь. Поэтому. Или определенную могилу копаешь. Сейчас уж не могу вспомнить. Так. Давайте у хозяина таверны. Эй! Как дела? Оставь. Что такое грубый и невежливый? Так. Я полностью с тобой согласен. У меня паранойя? Я не совсем уверен. Это все сплетни. Это аквам. Видел. Добро пожаловать, что я могу для тебя. Так. Ты когда-нибудь рехнулся? Пока маги меня попросили спрятать один из телепортов. Так. Где? Недалеко. Ну давай ключ. А я смотри, если хочешь. Ему стоило 100 раз подумать. Как где? Бывало, я даже люди об этом. Итак. Пойдемте, я сейчас спущусь вниз. Блин, так бы всем люлей навешать. Магом огня прийти и тоже люлей навешать. Ну, я так думаю, что они нам еще пригодятся. Не могу точно сказать. А вдруг они скажутся бесполезны в нашей с вами миссии. Вот здесь. Оп. Что у нас с телепортами? Ты у нас по телепортам. Телепорт. Ты сделал это? Да. Невероятно. Ты когда мака. Так, ладно. Сейчас нам надо немного местность подчистить. Ой-ой-ой-ой, блин, как далеко бежать? Ну давай. Эй! Так. Я взялся. Что? Быть того. Не надо беспокоить. Это что-то тревожит. Очевидно, кто-то пытается. Боюсь, это произойдет. А. Ты, чтобы ты... Нет. Я... Да, я нашел подтверждение. Ну, все, что ли? Так, ну-ка, давайте-ка посмотрим. Так. Портал. Что за портал? Активируй механизм вокруг камней. Находится так. Фермы Лабара. Земля затряслась. Ничего не произошло. Вот почему. Короче, идем туда. Надо будет и там искать. Почему ничего не произошло. Кто чего утащил? Так, а мне куда? А, мне туда. Идем дальше. Так.
один раз этот путь пройдем, и больше, я так думаю, мы по этим катакомбам-то ходить не будем, нам сделать нечего будет. Потому что... Да тихо ты, откуда вы взялись? Я тебя даже из головы в голову не переходил. Ладно. А, сделаем еще одну миссию по дороге. Так. Нам надо как-то выйти туда. Там у нас ничего нету. Вот сюда, значит. Блин. Да слышу, я слышу. Сейчас приду. Иду и убью вас. Аккуратней. Слава бегаю. Так. Опа. Где же орали-то вы? Вы больше кричали. Такс. Блин, а почему вы не сожрали птицу-то? Нечего взять. Вы же вараны. Так. Небольшая сводка. У кого есть гильдия охотников, и должен пройтись, кто там, Фальк, если не ошибаюсь, какого-то зверя убить. Зверь иногда бывает обитает здесь. Иногда бывает на ферме, на плоскогорье, там это... Чего тут? Нет. Вот, вот здесь бывает зверь, охраняет, кого-то охраняет. Снайпер какой-то или кто он там. Чудо-зверь. И бывает, говорю, на ферме. Еще где-то в одном месте бывает, я уж не помню. Где его видели? А. Недалеко, где Люсия. Была там записка. Так, все, мухи убиты. Так. Там вот. Ничего нет. Поэтому говорю, кто... Нечего взять. Хочет за охотников, это, в гильдию охотников вступить, стать главарем там. Вот он хлебает. Как? Звук 3. На. И еще, на. Как я вас пропустил? Там ничего нет. Нечего взять. Ладно. Идем сюда, сюда, сюда. И оп. Так. Там поди ничего нету или что-то есть? Не помню, что там что-то было, конечно. Кроме спасения от зверей. Так. Здесь же опять в патчах. Находятся травокуры. Поэтому... Да подожди ты, убери лук. Вот, и у них это ключ находится. Вот эта дверь заперта, у них находится ключ, который там надо это... Нечего взять. Убивать кого-то там, гоблин какой-то убить. Миссия такая тоже. Нечего. И взять. Там еще что-то будет. Точно не могу вспомнить. Ну давайте сейчас зайдем. Сейчас и глянем, что там есть. Там ничего нет. Так. Вот за этой дверью гоблин сидит. Так, нет, это не рычаг. Ладно.
Так. Нечего взять. Нет, в пещерах это не работает, что ли, или что? Почему он, блин, не пристрелил-то его? Нечего взять. Расстояние же было. Так. Да? Взяли. Да, все. Давай. Ржавый меч. Ржавый. Не прыгай! Иди туда! Ребенок, за место батута. Вот есть батут, нет, она прыгает на диване. Ну, не будем о грустном. Будем о мясе. Так. Нет, а как эту клетку-то открыть? Так, есть скамья, но нечем сесть. Ладно. Ха-ха. На. Так. Там ничего нет. Так. И заберем. Смотрим. Что у нас тут есть? Блин, а как эта решетка-то открывается? Или я должен с кем-то сюда прийти? Или она просто здесь так? Ладно. Не суть, важно. Ну, в пещере мы побывали. Так, тут травокуры сидели. Это в патчах. Ой. А почему я тебя попасть-то не могу? Ты что, на камне бессмертный, что ли? Там ничего нет. Так. Мы пойдем другим путем, потому что вон там, перед мостом, сейчас я покажу местечко одно, тоже есть один хранитель. Кстати, хранители появляются по порядочку. В каком порядке, то лучше в интернете смотреть, где какой хранитель появляется. Но говорю, с кольцом это прям вообще прям подарок судьбы, потому что он это сам недалеко, он где-то наверху появляется у фермы. Вот. И вам надо только прыгнуть вниз так, чтобы не разбиться. Взять кольцо и подняться. Все. Вот. Небольшая пещерка, куда я шел. Опаньки. Так, нам не туда. Ох ты. Свиток. Так, что там? Ну, давай смотрим. Молиться. Все, что ли? Благодарит, ну ладно. Хорош. Бросился раз, бросился два. Хорош. Вознесите его тоже. Так, и можно подумать, что все. Но нет, здесь есть пещера. В основном она травой скрыта. Ну-ка. Опа, нет. Вот она. Пещерка. И что у нас здесь? Хлеб рудокопов. Пища рудокопов. Правильно, что им еще жрать-то в пещерах, если пока эти грибы растут? Ну, давай поднимемся, посмотрим. Да.
Что я там собираю? Из этого не выйдет ничего хорошего. Так. По поводу 5 кусков магической руды. Я так думаю, меня в долине рудокопов этому научат. Да тихо ты. Не загасят же. Там ничего нет. Что у нас есть? Каменная табличка. Что, все вот это из-за каменной таблички? Ну, какие-то камни тут. А полевой огурец. Так. Получается, нам-то, по идее, так-то надо на первую самую ферму идти. Так. Собираем. Там ничего нет. И пойдем. Другим путем. Так, подождите. Это может быть опасно, поэтому... Как помню, там мертвецы какие-то бывают, обитают. Силы света. Силы тьмы. Что здесь? Ключ надо, да? Мне никогда не открыть это без правильного ключа. Опа. Ключ хрен знает у кого. Ну это потом мы сюда придем еще. Я так думаю, что мы придем. Потому что я не знаю, если такая миссия у нас будет. Их же тоже надо зарабатывать, получать кого-то там. Ой. Так, вот он где-то здесь хранитель появляется, если я не ошибаюсь. Или наоборот, хранитель сюда направляет, чтобы что-то сделать. Там ничего нет. Так. Простых троллей-то мы убивали. Вот сейчас пойдем на черного тролля. Или горный тролль, какой он там. У меня, правда, есть уменьшить монстра. Боевая булава. На халяву, заметьте. Так. Да. Не понял. Так. Это, кстати, охота на снайперов тоже есть. Охотник там обитает. Табличка, это я уже вижу. Так. Я, кстати, думал, таблички-то в этих только. В патчах. Ну ладно, давайте попробуем это уменьшить, уменьшить монстра. Посмотрим, будет на него это действовать. Так, уменьшить монстра. На пятерочку. Да только он свойства-то свои не потерял. Вот так вот. Понял. Так, мы берем царский щавель. Нет, не то. Кольцо какое-то аквамариновое. Ладно, хрен с ним. Мне надо другое. Или царский щавель мне надо.
принеси, который растет. Вот солнечное алоэ, вот что мне надо было. Он только один. Блин, хреново, потому что сделать этот напиток, она мне сделает одну только. А их вроде мне два надо будет. Я не помню, где второе алоэ. Если только потом где-нибудь случайно найду. Так, ладно. Что у нас тут? Так, вот охотник. Черный тролль мертв. Отличная работа. Я не верил, что его вообще можно убить. Никогда этого не забуду. Так, украсть. Ты чего-то ждешь? Я охочусь. Так. Ты можешь? Конечно. Весь? Хорошо. Отлично. Ну, ты уже знаешь все. Падла. Ну ладно, тем не менее. Ну и это еще не все. Не могу сказать об этом. Так, потом посюда выйду. Ладно, сохранюсь. Так. Вот здесь вот, кстати, бандиты могут встречаться. Два бандита, которые ждут тебя. Поэтому готовьтесь люлей раздавать. Да почему я попасть-то не могу? Так. Ладно. Что у нас тут? Не помню, чтоб я здесь был. Хотя должен был быть. Нет, здесь я не был. Где-то в другом месте я обитал. Что тут? Да тихо ты! Так. Прям предупреждение, такие оружие столько набросано. Но не надо сюда идти. Вот тебе там делать. А вот мы пойдем. Так, что у меня с оружием? Это есть. Двуручная. Блин, там. Топор берсерка. Смотрим. Ага, подожди. Я же знал, поэтому я сохранился. Два удара, да, хватает меня зарубить. Вообще, у меня же есть это, что-то нежить убить. Меняем. Уменьшить монстра. Все, больше нету. А где у меня нежить-то убивает? Дыхание смерти не то. О. Давайте. Во!
Что там еще есть? Нечего взять. Так. Все? Нет. Подожди. Так. Ну-ка еще разок. Повышение уровня. Вроде все. Так. Я, блин, боюсь даже поворачиваться там спиной. Кого-нибудь не добил, и все, и тебе хана. Золотая чаша, золотая. Так. А ты что у меня с этими с магией, с магией-то? А смотрите, кончилось. Как и вовремя. Гроза дракона. Ну давайте посмотрим, что это за гроза дракона. Смогу ли... Стоп. Что это было? Смогу ли я это одеть? Так, гроза драконов. О, силы еще не хватает. Ну и ладно. Попозже оденем. Все. Выходим. Что у нас тут? Уже темнеет. Смеркалось. А докуда я проходил-то? Так, куда я не хочу пока сейчас идти. Да, это... Это кольцо, где арбалет валялся. Я бы вышел. Нет. Туда нам пока не надо. Нам надо обратно. Я хочу Мраколиса там завалить. Так, а я, блин, вот зря поди рапторов-то уничтожил. У него миссия-то, я не знаю, здесь была вообще. Нет рапторов-то. Забить. И потом вместе с ними, это вместе с ним бы пошел бы на раптора охотиться. Ну ладно, что сделано, то сделано. Так, давайте я немножко перемотаю, чтобы вам не скучно было, как я дохожу до туда. Итак, вот мы дошли до сюда. Кстати, у нас появился человек. Это, по-моему, вот капитан, который нам нужен. А нет, смотри-ка. Эй, ты, стой! Что тебе нужно? Если не хочешь получить по морде, тебе лучше переложить не... Убери... О, пришло время... Дебил. Ни с того, ни с сего напал на меня. Блин, а я думал, тут капитан стоит, который нам нужен. Ладно. Или он потом будет стоять на этом же месте. Или уже не будет стоять. Так, минут. Надеюсь, вам видно, как я тут ползаю среди трав. Так, стоять. Тяжелый сук. Тут гоблины были, что ли? И их перебили. Так понимаю. Иначе откуда бы тут
Да тихо ты. Ты-то откуда взялся? Не было же тебя. Так. Стойте, стойте. На. На. Вот так. Из этого не выйдет ничего. Нет. Все. Так, вот здесь, кстати, в патчах проход, если я не ошибаюсь. Или чуть подальше. Тоже для выполнения миссии там. С разбойниками что-то связано, если... Я говорю, могу ошибаться в этих планах. Что... Ну, блин. Сейчас-то меня точно удивило. Стоит разбойник. Из головы в голову не переходил. Он так поди рассчитан, что обратно не шел, а туда портал нырял и бегом-бегом бежал. Хотя, если бы я там орка не убил, тут, хопа, подарочек. Единственное, что бы меня спасло, ну, если бы я быстро бежал. Какую-то акробатику выученную. Вот так бы мне хана. А, подождите, вот он поворот. Минутку. Даже не знаю, что меня здесь может ожидать. Там вроде голем должен стоять. Смотрите, кошельки какие-то, зелья. Так. Опа. Опа. Ладно. Смотрим, что у нас здесь. Так. Здесь у нас были бандиты. Они вот здесь стояли некоторые. Это где этот Люси, там кто-то еще похищенный был. Потому что они, видите, поменялись местами. Ну, видите, сколько места свободного, блин. Кто-то здесь должен же быть. Вот сюда этих и наставили. Я даже, кстати, видел, что там кто-то внизу бегал. Так, ладно. Да, я прям слышу. Если не я же могу. Ну ладно. Предположим, даже если это я. Сюда-сюда. Сюда-сюда. И вон туда. Опаньки. Ага, стоп, все. А вот так был здесь голем. А внизу... Внизу у нас... А что у нас внизу? Какая-то пещерка. Сагита, наверное, нет? Ладно, потом сходим, узнаем. Или хотя подождите. Да, Сагита. Спрыгнули. Это пипец. Ну смешно, конечно, но. Тем не менее, мы проверили, да. Там Сагита. Давайте сейчас. Мракорису, который я первоначально шел, так и не дойду нахрен. Если, конечно, это не он выбежал мне навстречу. Встречать там, приветствовать, а-ля улю. Спускаемся вниз. Бузина. Хорошее растение. Много жизни дает, кстати. Так, здесь мы всех перебили. Вот говорю, вот здесь вот у этого дерева находится этот. Ну как он называется-то, блин? Хранитель. А что ему надо, то я уж не помню. Так. Идем. А здесь он призрачный должен быть. Или нет? Или тоже кровожадный какой-то.
Вот, кровище, кровище-то. Нет. Ну. Давай. Мраколис, который убил бог знает сколько всего. Мне надо еще расследование. Так. Мне почему-то кажется, что... Орка, кстати, разорвал. Ничего, нам его не жалко. Так, вот здесь, по-моему, огненные стрелы, да, этот огненный... Ну, тут простой какой-то, должен быть что-то огненное. Огненный лук, огненный стрел. Раз мы его нашли уже, где огненный лук, огненный стрел, просто... Он, значит, сам здесь должен быть огненный. Ладно. Черный гриб. Так откуда там мраколис взялся, блин, наверху? Ну ладно, лишнее... Так сказать, мне лишним не будет. Смотрим, смотрим. Все, сейчас по-быстрому сделаем еще кое-что. Может быть, даже броню полустоять. Травка. Я, кстати, траву-то еще не использовал пока что ни разу. Сплю-то лечусь. Вон там еще что-то, кстати, вон светится. Факел. Свиток. Все. Ну, стрелы пока оставьте. У меня пока чего-чего, стрел-то хватает. Есть такое найти яйцо птицы или чего. Ну, короче, какое-то яйцо найти. Вон там вот можно найти, на той стороне. Ну-ка. Опа. Смотрим, что у нас здесь. Хлеб. Тут, кстати, вроде даже может кто-то трупешник какой-то нужный может быть. Так. Огненная трава. Так что смотрите, говорю, если с яйцом есть проблемы, ей надо яйцо какое-то там найти. Вот на этом островке оно есть. Сразу, кстати, я сразу не предлагаю сразу играть в аддон, если вы такие уж фанаты там или загорелись. Сначала сыграйте в простую готику, чтобы узнать, понять карту. Вот. Самим побродить где-нибудь. Потому что говорю с этими локациями, с этими, что они гребаные, монстрами и заданиями. Это будет геморно. Так, куда я выплыву, я точно не могу вспомнить, поэтому не поплыву. Ну, если вы можете, допустим, раскрутить ее на, что, на безумная селедка, это быстрая селедка и тому подобное, то вы быстро и бегаете, и плаваете, и вам будет удобно в этом плане. Давай, выходи на берег. Так, ну мы поняли, что, по крайней мере, здесь у меня... Яйца нету. Так. Молимся. Что у нас тут отдать надо? Собираем. Продолжаем путь. Кто здесь есть? Кого здесь нет? Это мы куда пришли? Ага, это мы... А, кстати, к Сагите пришли. Раз мы к ней пришли, у нас есть алоэ, давайте уж зайдем.
Кстати, она может нас и вылечит. Так что заходите в гости. Она всегда будет рада. Эй! Так. Я нашел. Спасибо. Теперь ты можешь спрашивать меня обо... Так. Сначала вылечи меня. Давай посмотрим. Теперь крадем кошелек. Так, какие зелья ты уже знаешь. Тогда какие товары ты можешь. Берем. Я у тебя все заберу. Но взамен я тебе знаешь что дам. Вот. Пиратская. И вот, подожди, у меня палаш есть. Вот это весь отдам. Это вот тебе, чтоб ты далеко не убежал, чтоб меч тебе отягощал руку. Или карман, или что у тебя там, куда ты их складываешь. Что у нас, кстати, время, блин, 2:30. Так. Ему мы молились уже. Все, идем. Сначала идем, проспимся и скажем, что мы убили черного тролля. Он, правда, потом будет хвастаться, что это якобы это он убил. Тварь такая. Ну, ему будут, конечно, больше верить, чем мне. Но хвастаться нам никто не помешает. Можем еще раз ему навалять. Для начала надо смотреть, где он. Спит, поди. Так, солнечное алоэ мы достали. И почему я не слышал об этом раньше? Если все будет... У Бука топор такой, там. Я бы не доверял тому, кто тебе это сказал. Стоит надеяться. Никто ничему не учится так. У меня. Ну-ка, пак. Я больше не хочу слушать об этом. Дело. Ты действительно смог выбить дури. Должно быть, ты очень устал, поклот. Поешь ним. Ему стоило 100 раз подумать. Если все будет и тогда... продолжаться... Понятно, все, ты мне, короче, не дашь. Покормил. Ну, хоть на этом спасибо. Хорошо, Он сам бы никогда не дал. Не стоит спрашивать меня об этом. Я принес... Невероятно! Невероятно! Что ты хочешь? Отдай мне все, что... Хорошо. Я дам тебе 500. Никто ничему так не учится у меня. Может продолжаться вечность. Этого недостаточно. Как знаешь. Я все равно... Я не прощу себе, ты если... Никто никогда не спрашивает меня. Так. Как может продолжаться вечность. Нет. Тебе должно знаешь, быть жаль делать? Этого беднягу. Тебе должно я... быть что? Жаль это беднягу. Это именно то. По-моему, я был... Это плохой бизнес. Я бы не доверял тому, кто тебе это сказал. Нет ничего нового. Но где ты там? В наши дни? Да. Некоторые проблемы решаются сами собой. Некоторые проблемы решаются... Да! Кто сказал? Дай ему! Ты показал вот так вот. Ему, кто блин. Главный. Хотя я бы мог себя еще там взять эти... Это должно было случиться. Ну ладно, хрен на тебя. Некоторые yes. проблемы решаются сами собой. Так можно... Блин, просрал только эти бутылочки. Хотя ладно, чё. Он сам бы никогда... Посмотрим, что будет. У меня аж есть это, нет, заметно так. Когти снайпера. Джо, пропавшая статуэтка, редкий ресурс, арбалет Драгомира. Вот арбалет Драгомира мы сейчас вернем. Так, остальные, которые ниже, они еще долго не будут делаться. Доказательства тоже, бизнес тоже, старая хижина, но это уже... Мы еще посмотрим. Подожди минутку. Хорошо. Тебе не стоит спрашивать. Сам так решил. Никогда. Хорошо. Ты знаешь здешние проблемы. Знаешь, я-то знаю. Так, что мне туда идти? А, к Лизе идти, может, мало ли, может. У него есть для меня
Броня получше. Блин, он спать уже лег, да? Ну ладно, разбудим, ничего страшного. Перцы там спят. Ох ты, господи. Давай, Ли, вставай. Ты... Я могу пока... Но у меня нет, как только ты достиг... Понятно. Ну, мне вообще-то не ты нужно. У кого-нибудь что-нибудь взять можно? Только лут. Да, опять не то. Ну-ка, может, у этого у кузнеца надо взять? Да. Ой, с этим покончено. Где? Ну-ка, тут кто-нибудь продает? Нет? Так с тобой мы пробовали говорить. Порт. Может, у тебя что есть? Нет. Наемник, наемник. Рот. Давай, рот. Урод. Как где? Теперь ты один из нас. Блин. Ну пойдем кузнеца будить. И опа. Это все сплетни. Где ты? На это не стоит надеяться. Беннет, ты кто? Я даже не знаю. А вот. Я бы так не смог. Ох, у меня есть. Вот, держи. Куски руды. Да ты что? Оставь себе два куска. Они тебе понадобятся. Опять то же самое. Так, научи меня магическое, так. Он сам бы научи меня. Отлично, ты принес мне руд. Так давай же. Самое главное. А так ну, отвести, а все остальное зависит. Я могу научить тебя ковать магическое. Какое оружие? Этого я тебе сказать не могу. А, я уже умею. Помню так. Это действительно правда. Как насчет кузнечных костюм? Что? Ему стоило 100 раз подумать. Давай-ка я вот это у тебя куплю. Это плохой бизнес. Нет, все-таки у тебя нету то, что мне надо. Ладно, тут уже расцветает, как я понимаю. 4 утра. Ладно, пойдемте. Так. Блин, всех отмутузил. Теперь надо нам стражник. Стражник. Одного стражника я, кстати, там не видел. Стражник. Пэк. Пэк. По-моему, этот козлина мне нужен. Сейчас посмотрим. Пабло, Пабло у нас был, Булка, или кто он, Волтер какой-то, был. Сейчас, блин, может ночью в казармах смотреть, где он там это спит, валяется или что. Так, теперь ты, Бастер. Украсть кошелек, естественно. Обучи, я больше ничего. Подожди. А у кого я арбалет-то тогда? Арбалет Драгомира, подождите. Так. Драгомир потерял так, состояние так, круги находит. Драгомир. А где Драгомир-то у нас находится? Хрен его знает. Так, ладно. Потом посмотрим. Так, Эрл, я тебя грабить пришел. Нет, смотрите-ка.
Я тебя, видимо, ограбил уже. Драгомир. Ну-ка, пойдемте-ка наверх слазим. Опа. Ой. А что, так можно подняться? Нет. Все-таки в окружную надо бежать. Но я уж губу раскатал, думал, ничего себе. Драгомир. Блин. Ну ладно. Мне еще Кли надо будет потом еще раз ходить. Может, потом я и выполню это задание, когда отдам ему этот арбалет. Кстати, что там, никто не поселился у нас? Нет, вроде никого нету, никто не спит. Сейчас узнаем, кто здесь у нас обитает. Где он может быть? Эй, ты! Ты только что-то... Все. Мне нет. Откупорил, бухать собрался только. Так, охотник, вот этот охотник, ты кто? Где ты? Так. Уже лучше. Статуэтка есть. Если я тебя не вижу, ты можешь быть где-нибудь на ферме быть, правильно? Ну давай сходим посмотрим. Все-таки раннее утро. Так. Малок. Я по... Бенгар. Короче, всех сбаламутил, пока не нашел охотника-то. Ага, вот он ты. Почему у тебя такой... Ты носишь наша аква... Ты принадлежишь к... Именно так. Так. В чем заключается твоя обязанность? Я наблюдаю за проходом. Впрочем, с тех пор, как паладины... Приказали закрыть. Ты слышишь? Конечно, слышишь. Но я не знаю. Как охота? Мне не на... Я не могу... Ладно. Драгомир. Твою ж мать, а где ты можешь быть-то? Ну, пойдемте в салон тогда, этот, в салон. Опа! На. И прыжок. Оп, с кульбитом. Через кувшинки. Кувшинки, кстати, красивые цветы. Рекомендую. Такс. Выходим. А, вот еще у нас один охотник. Может быть, это он, кстати, и был. Сюда-сюда идем. Вот он. Может, это... Да, вот он. Эй! На. Достал тебе твой арбалет. Вот, точно. Это... А что в этом так? Это было очень безрассудно с твоей стороны. Естественно, я готов заплатить. Ну, я больше ничего. Ну, ты можешь меня научить-то. Все. Арбалет отдали хотя бы. Теперь надо на ферму. Так. Вы периодически появляетесь независимо от головы, я там так понимаю. Ничего нет. Чтобы мне скучно не было. Ну так как я вас истребляю больше, чем вы появляетесь хаотично. Ну, ладно. Учтем. Вот так.
Так, там на ферме. Нам ничего вроде бы не надо. Людей что только перебить. Кстати, если вы хотите поприкалываться, в этой части я не знаю, я почему-то стреляю. Даже смотреть не буду, что у меня там. В этой части, когда я стреляю, их убиваю, они почему-то не убиваются, по крайней мере, со стражниками. Но так они убиваются, да, помирают. И, кстати, варги, сходи походиться на что ли. Опа. Я в прошлый раз не стал вас трогать. Часто я покрою это с жизнями. Где вы? Так. Вон они вы. На. Тихо. На. Вот так вот. А в прошлый раз вы меня как хреначили? Вспомните. Из этого не выйти. Подожди, я со всех вас шкуру сниму. Вон там в пещерку, кстати, можете заглянуть, там тоже есть. Если у вас патч, то по-любому там найдется какая-нибудь миссия для вас. Например, найдите кольцо, чтобы увидеть там кого-то там еще, которое вам даст хранитель. Или не эта пещера, или я говорил в первом видео про пещеру. Так что давайте. Так, Пэк. Мне нужен охранник Пэк, вот что мне нужно. Сейчас мы с ним будем разбираться, потому что я, по-моему, только его и не видел. Так. Блин, бегал бы ты у меня, пожалуйста, побыстрее. Цены бы тебе не было. Я столько ключей набрал. Уже. Мне никогда не открыть это без... И у каждого там, не знаю, может быть, у этих охранников ключ там. Сходи поспрашивай там, сходи поспрашивай здесь. Гильдия воров там мне уже так бы и не нужна. Могу их перебить. Так. Здесь вот нет кузнеца. Есть миссия привести кузнеца. Вот. Я уж не помню, откуда его надо вести, что делать. Эй, ты! Так, у тебя кошелек я не воровал еще. Так. Руга. Убирайся отсюда. Убирайся отсюда. Что тебе нужно? Прекрати. Так. Сейчас я еще раз забегу. Отсюда. Да подождите вы. Ты не хочешь уходить? Тревога! Микка. Что тебе там было? Подождите. Подождите, не спешите меня так гасить-то. Зачем? Микка. Микка, я не помню, что за человек. Честно вам скажу. Убирайся отсюда. Короче, блин, неизвестно почему, сколько время-то. 6 утра. Может, они поэтому злые. Так, лорд Андре. Как все под контролем. Так. По идее, мне их сдать можно. Они мне не нужны. Иди, но не... Мне нужно идти. Или воров перебить самому? А? Ты? Это ты вина. Микка. Пэк.
Где у нас ПЭК находится? Вульф. Так. Он где-то здесь. Скотина такой. Слушайте, жители Хариниса. Здесь его не может быть. А чего они спят-то? Ты чё спишь? Мне нужно как Чёрт. Так, украл. Сделать пророчество. Не знаю, у меня пророчество-то потом будет еще одно делать. Сейчас вам пока просто про драконов. У тебя я воровал, нет? Не паладин из... Можно... Ладно. Вот, Пабло. Как постарайся вести себя... Блин, мне такое чувство... чтобы погасить этот конфликт. Но у него ничего все, не да. вышло. Но у меня все. Так. Но там, где какое чувство, что где-то что-то заменено было. Где ни у Иноса, ни у... Я же помню этот противный тварь-то. В этом месте порядок и хаос так, ладно. Были равны. И так было создано море. Вот здесь должен был стоять ПЭК. Это было так, как ты сказал. Что? Да. Нам остается только ждать. Это было всегда очевидно. Спасибо. Храму Адамаса. Так. Но так велик был гнев Белиа, что он вышел блин, на землю блинский. И выбрал зверя. Нам остается только ждать. Это было всегда. Так, откуда-то, куда-то воин делся. Эй, знаю, проходи. Оставь меня в покое. Эй, ты. Если он этого не видит, я ничем не могу помочь. В чем? Послушай, ты имеешь право находиться, если ты не придерживаешься отношения. Это не мои проблемы. Ну давай. Посмотрим. Нам надо сюда. Или с Ватросом сначала поговорить. Ну-ка, давайте-ка с Ватросом поговорим. Мы же доставили все-таки письмо-то. Ой. Так-с. Блин-блинский, вот так вот запарился. Пропустил. Так может продолжаться вечность. Так, мне здесь что надо? Ну вот козлина-то. С рыцарей взять нечего. А те, которые тренируются еще... Вот с тебя, может. Эй! Ну давай мне кошелек. Вот так. А как? Как Пабло? Ну, мне кажется, в Пабло, наверное, был все-таки. Почему открыть не могу, не знаю. Ладно, идем к Ватросу. Вот, кстати, тоже кто-то стоит. Эй, ты! Никому не интересно мое мнение. Просто ополченец. И... Я готов. Значит, ты до... Да, но он отправил меня в долину Ры... Тебе решать. Мне было важно, чтобы он получил сообщение. Если ты за... Ты доказал, что нужен нам.
Я вручаю тебе это кольцо. Пусть оно поможет тебе найти твоих собратьев, да хранит тебя Аданас. Они будут ждать тебя в таверне «Мертвая гарпия». Ты наверняка знаешь эту... Не забудь надеть кольцо. Так, это я принес тебе еще таблички. Отлично. Вот. Так, я хочу сделать пожертвование Аданусу. И что? Падение барьера стало причиной возникновения многих опасностей. И дело не только в том, что в городе есть кто-то, кто помогает бандитам. Мы узнали, что бандиты получают регулярные поставки от торговца оружием. Сейчас мы пытаемся всеми силами помешать этому. Если что-нибудь узнаешь об... Как много ты знаешь? Спроси Мартина, интенданта паладинов. Он сможет рассказать тебе больше. Он должен вывести торговца оружием на... Ты найдешь Мартина в портовом районе. Когда увидишь кучу ящиков и... Понятно. Ты можешь... Ты очень настойчивый юноша. Я дам тебе этот амулет. Это амулет ищущего огонька. Очень редкая вещь. И он будет помогать тебе искать предметы, чтобы вызвать огонька. Если огонек потеряет свою силу или потеряется, ищущий огонек поможет с его помощью. Понятно, хранить. Все. Это мы вот так. Они связаны. Меня не удивляет. Ищущие огоньки. Мы никак со своих земель. Так, а что еще может сделать ищущий огонек? А что еще, кроме поиска оружия? Мне кажется, Риард, возможно... А это прокачивать его надо. Спасибо. Я не знаю, где его так отделали. Скажи мне, что это не так. Ну ладно. Давайте. К амулетам придем. Почему они не слушают меня? Амулет силы. Что-то. Я лучше не буду. Вот так. Но человек и зверь начали войну на земле Аданаса. И гнев богов был с ними. А где ты, огонек? Уже куда-то улетел. И человек убил зверя и вошел. Кстати, он там наверху, может быть, это через стену, когда залазишь, там наверху может быть какие-то ништяки. Вот здесь. Но Аданас увидел, что порядок и хаос. Так, надо как-то попасть туда. И предложил Иносу лишь. Мне никогда не открыть это без правильного ключа. Начинай. И Инос, рассудив мудро, ищи, сделал это. Ну, я знаю, что там что-то есть. А вот где ключ от него? Но Аданас боялся, что настанет день, когда зверь вернется на землю. Так, пойдем к паладинам, узнаем про торговца оружием. Так, ну для начала нам надо... Ты действительно думаешь? Так. Он сам бы никогда не додумался. А, ты имеешь дела с бандой. Хорошо. Если тебе понадобятся отмычки, намекни. Понятно. Так. Ну, конечно же, обокрась для начала. Дай. Так. Я возьму у тебя все. А в ответ тебе, знаешь, что дам? Длинный лук, так, штурмовой арбалет, не помню даже, ясеневый лук. Как будто у меня без того проблем не хватает. Вот этот. Мне нужны... Ага, информации нет. Теперь, что касается тебя, что у тебя есть? Так тебе удалось это. Не забывай о том, что Кассий... Поищи кого-нибудь еще. Так, все, у тебя тоже, да, миссии закончились? Эй, ты! Кстати, ему отхреначить можно. Ты знаешь... Ты, конечно! Какие слухи ходят в последнее время? Становится жарко! Эти жиж... И что еще хуже?
Так. Ну ладно, в общем, я не знаю, где Пэк находится, но, по-моему, у него ключ должен быть. Эй! Так что, я стал членом. Я стал. Прекрасно. Теперь я член. Я могу получить обратно свое кольцо? Конечно. Вот оно. Надеюсь, тебе оно пригодилось. Наверное, тебе хочется поскорее получить. Скоро в таверне Орлана. Приходи туда, и ты получится так. Тебе? Нет. Но я о них слышал. Я уже проходил. Ну, конечно. Телепорты надежны. Ну что ж, в ней спрятан. Один из телепортов магов воды. Выходи через воду. Так, это я знаю. Ты? Конечно. Нефариус поручил мне найти одно из указанных им мест на... Понимаю. Пока тебе... Хорошо. Как... Кто это сказал? Возможно, я говорил тебе раньше. Нет, мне вот там не надо. Он почти не отдыхает. Мне надо... Совсем жизнь. Что Борка? Ты стоишь? Это с... Он слишком много болтает. Обокрас. Совсем жизни не стало. Эй! Эй! Как это типично для него? Так. Если ты хочешь... Как интересно. Все будет только хуже. Это еще не все, поверь мне. Мне, блин, еще туда надо. Он не может угодить всем. Лучше не говори, не надо. Я слышала другое. Кто-то должен делать. Я не верю в это. Эх, на... Отлиди! Ты просто... Эй, ты! Он не может угодить всем. Все об этом знают. Пошли. Сегодня тебе... Надо. Это Соня. Не говори мне об этом. Тут, кстати, есть... Дверка, да. Кто это сказал? Ладно, не говори мне об этом. Можно будет потом. Так. Украсть, почему потом? Я ей больше ничего не скажу. Я всегда это говорила. Я не верю в это. Смотрим, что здесь есть. Опять то же самое. Он не может угодить все, говоря об этом никому. Правда? Как интересно. Все об этом знают, если бы я не знаю. У меня нет времени. Ему лучше сказать. Стой. Вот сундучок. Слишком много болтает. Блин. Каморка под актовым залом. Давай. У меня нет времени на это. Я всегда это говорю. Так. Пойди туда, сделай. Пока никто не видит. Сейчас. Никто ничего не хочет знать. Я видела их. Кто-то должен. Он слишком много. Опа, выбежали. Нет. А я думал, может, тоже какой-нибудь потайной. Мой муж думает по-другому. Вот он, козлина! Эй, послушай, я... Эй! Я за... Так. Рано или поздно это должно... В общем, сейчас еще и Пэка сдадим. Так, девочка, где ты? Мой муж думает по-другому. Пойди туда, сделай. Следующие пару часов при... Давайте, видео для вас. Он ничего такого, но все же... Да. Раньше именно такое видео было доступно нам только. Ну... Что ж, еще по крайней мере одну миссию мы сейчас сможем с вами, этот гребаный Джо, который у нас завис, сможем с него доделать. Да, счастливчик, что? За каких-то 50 рублей. Рано или поздно это должно было случиться. Так, но сначала мы его здесь вот пораспросим. Так. Я уже понимаю, я готов сделать... скидку. Никто никогда не спрашивает меня. Так, кошелек забрали. Посмотри. Ты принес... Почему я не слышал об этом раньше? Кому верить. Посмотри. Ты принес слишком много. Что правильно, а что нет. Тебе должно быть жаль. Нет у тебя столько денег. То есть слишком много. Я лучше знал, не говори, что это не будет надо. Проблемой. Так, где-то здесь я ты должен быть. Рыцарь.
Путь добродетели труден и тернист. Так, вот мы его нашли. Ну, спрашиваем про оружие. Так, подожди, ну перед этим. Естественно, кошелек. Красть. Ты ищешь человека, который продает оружие бандитам? Кто тебе это сказал? Ватрас. Немного. Но я постараюсь. Итак? Что итак? Расскажи мне, что тебе известно. Что тебе известно о торговце оружием? Мы знаем, что за этим стоит один из влиятельных торговцев, живущих в верхнем квартале. Часть проданного оружия даже была взята из запасов ополчения. Но мы все еще не знаем, кто именно. Если тебе хватит смелости разобраться с группой, состоящей по меньшей мере из 5 бандитов... Этого мне хватает. Так, какова ситуация с бандитами? Какова ситуация с бандитами? Мы знаем, что они устраивают засады на дорогах, соединяющих город с фермами. Еще нам известно, что несколько дней назад они получили крупную партию оружия. Думаю, что сейчас самое время для поиска улик. Так. Ну-ка. Сели. Давай, давай. Паладины, привет. Ладно. Все, здесь мы еще надо узнали. Тоже мне. Идем. Не изменится. Спасать Джо. Я сам не лучше. Господи, он уже... Так, алхимия, алхимия. Делать особые зелья. А что ты меня, кстати, алхимию-то можешь научить? Ну-ка. Так. Рабочий. Давайте посмотрим. Так. Пока. Так, уменьшить монстра-то, ладно. У меня был-то он всего один. Где взял? Не помню. Честно скажу, не помню. Так. И... Да, ты мне не нужен. Охранника нет? Ну, здравствуй, козлина. Что ты делаешь здесь? Я оказался в заперти. Дверь была открыта, и я хотел просто пошарить. И нас рассудить мудро, внутрь, я попал в дурацкое положение. Понимаю. Я сейчас был бы не прочь. Ну, иди пей. Так. Джо, у нас закончено. Джо, закончилось. Так, по поводу оружия у нас Фернандо, или кто он там, Фернандели, оружием-то банчит. Ну-ка. Вот. Вот этот вот. Ну что ж, об этом мы будем уже на следующем видео разбирать. А сейчас пока. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и, конечно, может быть, что-нибудь, какой-нибудь вопрос вас там будет интересовать. Пока!